Одним из самых необычных и ярких уличных арт-объектов Твери горожане считают ретро-вагон, установленный на Трехсвязской улице. В нем начал работу туристическо-информационный центр. Подробности у нашего корреспондента. Раньше ретро-трамвай уже стоял на улице Трехсвязской. Его установили в 2000 году. Он был торговой точкой. В 2015 году его решили демонтировать. И почти спустя 10 лет новый ретро-вагончик вернулся на пешеходную улицу. В туристско-информационном центре посетителям расскажут о достопримечательностях Твери и области. Кроме того, здесь продают сувениры и книги, связанные с Верхневолжьем. Центр находится недалеко от улицы Желябова и здания ректората ТВГУ. Сюда можно прийти и узнать, что посетить в Твери, там какие кафе, какие у нас есть музеи, какие выставки. Также можно заказать экскурсию по Твери, пешеходная, по историческому центру, либо Морозский городок. Также здесь можно посмотреть наши тверские сувениры, это вот открытки, носки, коллажи, различные изделия тверских ремесленников. Ретро-трамвай, где расположился центр, макет настоящего транспорта, который курсировал по улицам Твери в начале 20 века. Вагон установлен на Трехсвязской улице в рамках первого этапа благоустройства пешеходной зоны, который проводили в прошлом году.